А город пил коктейли пряные, пил и ждал новостей. Помоги мне. Хорошо вы поете. Ну что вы. Скажите, пожалуйста, вы давно знаете гражданина Горбункова СС? Да, к несчастью, 10 лет. И что же, все 10 лет он пил, дебоширил и, так сказать, морально разлагался? Ну нет. Вы знаете, все это время он искусно маскировался под порядочного человека. Я ему не верю. Но если хорошо знаешь человека, ему нужно верить всегда? О, нет. Я считаю, что человеку нужно верить только в самом крайнем случае. Вы так думаете? Да. О. А, кстати, вы кто такой? Ну, я его знаю по работе. Скажем, коллега. Ясно. Собутыльник. Ну-ка, иди отсюда. Миша. Как у вас там говорят, топай до хазы. Хорошо, хорошо, я сейчас уйду, только один вопрос. Скажите, вы хорошо это прикрепили? Не беспокойся, алкаш, не сорвешь. А теперь снимите.